Добрый день. Сегодня мы находимся в Владимирской области, в хозяйстве Борисоглебское. Расскажите, пожалуйста, краткую информацию про хозяйство. Весь наш набор культур ориентирован на животноводство. Соответственно, это многолетние травы, около 1000 гектар, кукуруза на силос около 800 и на зерно около 300, а также зерновой клин, озимая пшеница, ячмень и овес, и озимый яровой рапс и соя. Общая площадь хозяйства у нас составляет около 4000 гектар. В прошлом году на базе вашего хозяйства мы тестировали на тот момент еще пилотный сервис по оптимизации норм высева озимой пшеницы. Поделитесь, пожалуйста, результатами, чем был полезен сервис и будете ли вы в этом сезоне получать рекомендацию? Сервис был нам полезен тем, что помог нам выбрать поле с наиболее высоким потенциалом и, соответственно, правильно рассчитать норму высева. Семена на данном поле, которое участвовало в сервисе, были обработаны препаратом Vibrance Integral, что помогло правильно пройти все этапы перезимовки, и, соответственно, результатами уборки мы также остались довольны. По нашей зоне, по нашим условиям, 80 центнеров на гектар – это самый высокий показатель, который у нас был вообще, в принципе, за все эти 5 лет. Так что я бы рекомендовала данный сервис для работы дальнейшей и для других агрономов, и для нас, соответственно, тоже. Александра Михайловна, скажите, какие-то еще взаимодействия с компанией Сингент у вас есть по продуктам, по сервисам? На поле, где мы работали в новой программе, у нас был Амистар и Элатус. Эйс проявил себя очень хорошо, и вся та пролонгированная защита, о которой, соответственно, обещает нам компания Сингента, она была достигнута. Также хотелось бы отметить Альта Супер и Альта Турбо. Вот, как правило, мы их покупали, Альта Супер, для профилактики, Альта Турбо, если вдруг случится действительно очень серьезная симптоматика. Мы уже не первый год применяем препарат Илюмис. Не всегда получается сработать в идеальные условия. То есть вы понимаете, что да, нам нужно выдерживать температуру и направление ветра, но у препарата настолько широкое окно применения, что даже когда мы вынуждены, просто вынуждены, чтобы не перерастали сорные растения, работать в повышенные температуры и в ветер, все равно препарат отрабатывает идеально, и поле остается совершенно чистым, даже если мы слегка упускаем фазу. У меня для вас хорошие новости. В этом сезоне в коллаборации Sitkea и CropWise сервис был доработан и масштабируется с новым названием «Интегральный гектар». Но принцип остается тот же – предоставление рекомендации на основе исторических оперативных данных. Тогда будем ждать информационной поддержки и в этом сезоне.